вопрос у моей мамы. Ее муж оставил тело 2 месяца назад. И мы читали молитву 49 дней. Но у нас возникли сомнения. Достаточно мы приложили сил? То есть нужно ли продолжать читать молитву? Да, нужно продолжать. Да. Но надо поймите, здесь как бы, ну, есть разные молитвы. Есть молитвы познания, допустим, если вы псалмы читаете, это молитвы познания. Они не побеждают судьбу. Победа над судьбой идет через молитву, которая имеет короткую структуру, допустим, там, Иисусова молитва. Молитва должна быть короткой. Она должна, ну, обращаться непосредственно к Богу или произносить имя Бога. И эту молитву для победы над судьбой нужно читать, слушая тех, кто молится. Вы слушали кого-то? Вместе с кем-то молились? Да, я всегда включаю на фоне святых людей и читаю Иисусову молитву. Да, нормально. Все, тогда все хорошо. Еще немножко осталось. Вы сделали 50% работы. Ну, то есть нет ограничений, что именно 40 дней. 40 дней — это время, когда душа находится рядом. Потом она идет уже по своему жизненному пути, но связь не разрывается от этого времени, связь остается.